Я свои пояснения уже давала не раз в интервью. Я не против изменений Конституции, внесения изменений в Конституцию, потому что пробелов в Конституции много, но так быстро это не делается. Тем более, что нужно соблюсти все нормы для того, чтобы провести данный закон. Вот. И я считаю, что мы нечестно относимся к людям. Сейчас прикрываясь народом, но мы сами опять же нечестно относимся к людям, потому что нету никакого разъяснения. И людей просто подталкивают к определенному решению, используя вот данную ситуацию. Сейчас вот такую нестабильность их подталкивают. Потом я думаю, что многие будут считать себя обманутыми. Поэтому я считаю, прежде чем что-то такое провести, нужно отнестись достаточно внимательно и честно к тем, ради которых мы это все делаем.